Всем привет, с вами DivPro, и сегодня покажу вам мод, который управляет машиной в Minecraft Pocket Edition. Ну, машина у нас будет три вида. Это у нас такая вот обычная, стандартная машина, можно назвать ее городской, но для того, чтобы нам завести эту машину, нам понадобится канистра бензина, заправляем нашу красотку. Так, все, мы заправили аж три раза, после чего берем гаечный ключ или... так сказать, ключ зажигания, и тапаем ей по машине. И после чего мы оказываемся в самой машине. К сожалению, в машине нет руля, но мы можем двигаться с помощью двух кнопок, которые находятся в правом углу. И это у нас первая кнопка едет вперед, вторая кнопка нам дает ехать назад. Ну, очень сильно не хватает руля, особенно который будет двигаться. Но сперти это выглядит не очень красиво. Но машина, я сказала, она городская. Точнее, стандартная, но в которых ездят, так сказать, люди. Ну, мы идем дальше. Дальше у нас будет полицейская. Это уже что-то уже, так сказать, класснее. Делаем всю ту же процедуру с этой машиной. Так. Так, все. Мы поехали. Тоже, к сожалению, нет руля, но мне нравится раскраска этой машины. Так, что, свинка? Нет, свинья у нас почему-то не умерла, я думал, может быть, она умрет. Ну, спереди она выглядит тоже очень красиво. Ну, и последняя машина, это у нас уже гоночная. Ну, что могу сказать о машинах? Все равно, полицейская мне понравилась больше. Здесь что-то, так сказать, все очень... слишком желтое, все очень ярчит, сливается. Ну, красная машина тоже сливается, но не совсем. Полицейская просто шик. Так, у меня наверху что-то пишет, возможно, не хватает бензина, или когда он кончается. Так, ну, к сожалению, машина двигается, вот это и плохо, но зато выглядит, по идее, все хорошо. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.